Значит, наши с вами добрые сограждане, русские люди, и мы сами, мы любим простые дихотомии. Либо все фигня, кроме пчел. Либо вот революционные изменения. Или все напрасно, тщетно и бесполезно, и давайте коллективно самосожжемся. Или вот надо вот что-то такое сделать, чтобы сразу все переменилось. А в так называемой реальной жизни обычно происходит некоторый промежуточный вариант. Вообще хочу вам сказать то, что я говорила на общероссийском гражданском форуме в эту субботу. Значит, если вы ожидаете, вы гражданин, что ваши усилия в каком бы то ни было направлении с первого раза принесут вам результат, то вы еще находитесь в младенчестве. Вы еще, так сказать, личинка гражданина. Он еще не вылупился из вас. Значит, после того, как вы поймете, что ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза, ни с четвертого, никакого результата вы не получите. С пятого, шестого вы начнете ощущать некоторые изменения. С седьмого, восьмого, девятого вас уже за уши не оттащишь от общественной деятельности. Потому что, когда ты видишь результат, это очень сильно мотивирует. Но те, кто ожидают немедленных результатов, опять же, с первого раза, или с второго, или с третьего, и это люди чрезвычайно еще юной душой и наивные. Не будьте такими, или, точнее говоря, переставайте быть такими, это нереалистично. Оборотная сторона этого счастливого идеализма – это гражданская пассивность и любимый наш с вами абсентеизм. Если с первого раза не получилось, если все сразу не получилось, давайте ничего не делать, давайте все умрем. Это тоже неправильный подход, он слишком легкий.